Парад 41-го года объединил почти 180 тысяч трудящихся. Сегодня к шествию тоже присоединились сотрудники промышленных предприятий. Многие заводы появились в Куйбышеве именно в первый год войны. В город эвакуировали около 40 крупных оборонных предприятий. Многие тыловики стояли у станков по 16-18 часов в день. Запасная столица обеспечивала фронт боеприпасами и, что самое важное, самолетами Ил-2. Завод номер 24, известный сегодня как ПАО «Кузнецов», изготавливал моторы для знаменитых штурмовиков. За годы войны мы выпустили 45 тысяч моторов. Доходило до выпускали даже 50 моторов в день для самолета Ил-2. Поэтому наш глаз сегодня огромный. Надо сказать, что сегодня как раз ноябрь месяц, и у нас примерно такая ситуация на заводе. Мы оставим НК-32 серии 02. В короткое время необходимо сделать так, чтобы увеличить выпуск этих двигателей в разы. Поэтому сегодня мы тоже, у нас такое же военное время, тоже такая же ситуация, которая была тогда, с тем, что мы на самом деле должны все вместе отплатиться и сделать необходимое количество моторов. Привлекаем специалистов, воспитываем своих. У нас 13 инвестиционных проектов, строим новое КБ. Я думаю, что через год-два завод будет другим, и мы на самом деле сможем выйти на те рубежи, которые перед собой ставим.